Всем привет! Вы на канале Принцесса Диана Шоу! Смотрите, друзья, кто у нас ползает! Привет, друзья! Вы помните наших малышей? Классная, классная мамочка вот этих котят родила. Пап, помнишь Мушка, там где черный и рыженький маленький котенок? Это они. Они уже подросли. Это у нас две девочки. Я, кстати... Кто не подписался на наш канал, обязательно подписывайтесь. У нас очень много интересного видео. 3 недельки назад мы снимали видео, где Мушка родила котят. Им нужно дать имена, да, Дианочка? Пап, как мы назовем котят? Да, посмотрим, девочка или мальчик. Так. Это девочка. Рыжая. А вот это черная. И черненький котеночек. Как девочка. Его зовут? Девочка. Две девочки. Это я придумала, пап, Ночка. Да, давай а черненького. А вот этого? А рыженького как назовем? Мандаринка. Хорошо, давай назовем его Мандаринка и Ночка, да? Да, Мандаринка. Они такие и Ночка. Классные. Такие они очень маленькие, да, очень-очень но маленькие. Но они уже не пьют молочко, они могут кушать колбаску или хлебчик. Они все уже кушают. Они уже все едят. И травку. Мы ненадолго с Дианочкой взяли ее мамой, Мушки, чтобы вам, друзья, показать этих маленьких красивых котят. А вон Мушка, кстати, бегает, ищет своих котят. Уже по всему дому да. Ищет. Смотри, какие они классные. Рыженькие. У него синенькие глазки. Это девочка, Мандаринка. Мандариночка, какая она классная. Мне нравится больше Ночка. Ночка? Она красивая. Мандаринка, такая маленькая. У нее синенькие глазки, а вот этого зелененькие. Да, такой красивый черненький Буренок. Котеночек. Да, Дианочка. Классный такой. Привет, привет, малыш, привет. Какой ты классный. Друзья, смотрите. Какой ты классный. Ставьте лайки. Да, друзья, поставьте лайки, если вам нравятся наши котята. Яночка. Лайк, поставь лайки. И мне поставь лайки, мне лайки, мне лайк. Вот лайк, поставь лайк. И тебе лайк. Хорошо, поставим всем лайк. Какие классные котята, да, Дианочка? А да. Что они кушают? Они уже все едят. У нас и мясо, и рыбу. Они пьют молочко. Едят уже все. Уже по деревьям лазить могут. Да, они уже такие. Они уже такие маленькие, но классные. Да, держи. А, он царапучий. Друзья, смотрите, как он могут уже царапать, пап. Да, смотри, поцарапали уже. Они так быстро выросли, Дианочка. Друзья, посмотрите обязательно, кто не видел наш предыдущий ролик, где Мушка... Первую часть. Да, где Мушка привела котят. Очень интересно. Им там всего лишь неделька. Посмотрите, не, обязательно будет интересно. Так, Дианочка, давайте. Что они делают? Смогут они забраться? Так. Раз, Ночка, два, три, четыре, давай. Пять обезьянок. Ночка. Ночка я будет преодолевать препятствия. Вот, вот, вот. Давай. Ночка, вперед. Вот, вот, вот. Держи Ночку. Ночка, а ты куда? Ночка. Так, Ночка держи камикадзе. Ночку нашу, да. Это рыжка. А рыжулька и боится. И мандаринка наша, да? Ай-яй-яй. Да. Тарапучая какая. А и мандариночка. Опа. Ночка и мандаринка. Какие же они классные, да, мне Дианочка? Больше нравятся черненькие. У меня еще не было никогда черненьких котят. Да, черненькие. Теперь у тебя много-много котят. Она очень любит залазить да. Сюда и играть. Классно. Возьми. С меня ой, эту красуня, красуня. Ай, Ночка, ты куда? Ночка, ты куда? Все. Лови, лови. Лови Ночку. Ночка, ты куда? Полезла. Ай. Ты куда? Царапучая. Иди сюда. Вот ты моя красуня. Она спать хочет. Спать уже хочет? У нее синенькие глазки, а у нее зелененькие. Наша. Какая же ты красивая. Супер кот. Да? Да. Пап, смотри. Мандаринка. Пап. Мандаринка. Что? Пап. Красуня. Леди Баг и супер кот. Да. Просто красуни. Две красотки, да? Вы уже к маме хотите. Сейчас мы вас отнесем к маме. Смотрите, какие у них хвостик красивый. Да, какой маленький-маленький. Покажи свой хвостик. Ребята, поставьте лайки, если вам нравятся наши маленькие котята. Наши друзья. Маленькие две принцесски, да? Да. Уйдите сюда, маленькие друзья, напишите принцесс... в комментариях, у вас есть котята? Да, друзья, напишите в комментариях, а какие животные живут с вами дома?
У нас дома рыбки и вот эти маленькие чудики. Да, напишите обязательно, нам с Дианочкой будет очень интересно узнать об этом. Да, привет. И вам интересно. Смотрите, мандаринка уже спит. Лайк, поставьте лайк, пожалуйста. Лайк поставить тебе, хорошо, маленькая ночка. Поставьте лайк, друзья, я вам нравлюсь или нет. Поставьте лайк, если я вам нравлюсь. Друзья, наши маленькие-маленькие малышки уже хотят к своей маме. Они скучают за ней. Мы взяли ненадолго их. И сейчас отнесем к маме обязательно. Мама их будет кормить. Что? Ребята, напишите в комментариях, какой вам больше котенка понравился. Ночка наша или мандаринка? Да, обязательно напишите. Нам будет очень интересно. А мы сейчас пойдем и отнесем их мамочке. Да, Дианочка? Угу. Ну что, друзья, подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Пишите комментарии. И всем пока. Пока. Друзья, мы принесли их мамочке. Смотрите, как она их любит. Да, мамочка, мушечка, принимай своих малышей. Оп. Это мушечка. Мама ихняя, да, мушечка? Мы уже вернули твоих котят. Забирай. Две красавицы. Да, Диана? Две красавицы. Мушечка, забирай. Это мама, мушечка. Да? Это мама. А почему она не идет к котятам? Ты идешь к своим котяткам, мушка. Давай. Папа, они уходят. Снимай их.